Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы будем крутиться. И сегодня мы будем крутиться. Сегодня у нас будет совершенно без всяких средств, ну, кроме резиночек. Мы будем делать красивые упругие кудри. У одного из блогеров, я не помню, как ее зовут, потому что я случайно наткнулась, просто листала, и там были красивые кудри, я думаю, дай посмотрю. И девочка сделала такие очень быстро и легко, что я люблю, красивые кудри, упругие. У нее получился объем на голове. Я не знаю, что получится у меня. Я хочу просто попробовать то же самое, соответственно, вам подать идею. Возможно, ничего не получится у нас. Смысл в чем там? Очень простой. Я взяла 6 резиночек. Просто мы разделим наши волосы на 6 частей. Не обязательно равных. Давайте, вот у меня здесь пробор есть. И мы прям по нему... Ой, а давайте не будем по нему. Давайте я сделаю вот так вот. Так может красивее даже получиться. Когда, знаете, мы делаем не по пробору, а потом выстраиваем свой пробор. Ну и сзади также, вот я разделила там как-нибудь напополам. Расчесываем волосы. Голова у меня свеже-свежевысушенная. То есть я на влажной не делаю, потому что у меня за ночь ничего не просыхает. Только вот они высушенные. Они еще какое-то время все-таки держат какую-то влагу, какое-то количество. Но они сухие, я бы не сказала, что они мокрые, я даже не сказала бы, что они влажные. Они вот, вот только высушены, свежевысушены. Смотри, какие здоровые волосы у мамы. Надо кончики так подрезать. Вот, теперь мы эту часть делим на 3 части. Ну вот так, я прям даже не буду, ну 3 части, вот 1 и 2, 3. 2, 3. Да, сейчас заколю вот так вот. Чтобы получился объем. Так, вот так. И вот это что. Чтобы получился объем. Я думаю, нам надо поднимать вот как можно выше. Вот так вот. Раз. Нашу прядку. И мы ее закручиваем жгутиком. Ой, от лица. От лица закручиваем. Я вспомнила. Ну чего ты шумишь, Дэнь? Представляешь, мама красивая завтра будет. Но у меня есть сомнения. В том, что кудри могут получиться. Ну все, дальше они закручиваются вот так вот. Сами собой по кругу. Вот. Мы закручиваем естественным путем. Как вам мой фон новый? Что-то я намудрила. Дэнни, смотри, все, мама закрутила. Все, мы закрутили, и я беру резиночку и закручиваю. Можно это делать невидимками, но я резиночкой сделала. У меня невидимых просто нет. Зая, смотри, как красиво. Ой, тянет. Я не знаю, как я буду с этим спать. Но я терпеливый человек. Согласитесь, это достаточно быстро. И заканчиваю. Не распалась бы. Ты все испортил маме. Всю декорацию. Дэня. Все декорации маме. Ничего смешного нет в этом. Все, сиди там. Мама спряталась. Дай расчешу волосы. Так, давай аккуратно, не упади там только. Как же больно. Как же с этим спать-то?
Моя голова просто с ума сойдет. Дэнь, декорацию хоть немножечко оставь. В общем, вот что у нас получилось. Вот такие штуки, они очень-очень плотно сидят, знаете, вот прям как стянули хвост сильно-сильно-сильно. И вот так я себя чувствую. Я не знаю, сколько я так прохожу. Может быть, я недолго так прохожу, сниму их раньше. В общем, сына поломал мне все декорации, всю красоту. Но он там в кроватке не хочет сидеть. Вот. Дурында. Все. Давайте завтра увидимся. На сегодня я с вами прощаюсь. Посмотрим, что... Давайте завтра с вами увидимся. На сегодня я с вами прощаюсь. Посмотрим, что у нас получится. Иди мультики смотри. Вот. И посмотрим, сколько я с этим прохожу, и как вообще получится, и красиво ли получится, и распадется или не распадется все на завтра. Ай, ты что пихаешь ногами у меня? Все. Увидимся попозже. Дэнни! А ну-ка иди сюда. А ну-ка. Ты что мои кудряхи хватаешь? В общем, мои хорошие, не буду свет включать. Вроде дневной падает неплохо, да? Надо побольше открыть. За ночь, я вам скажу так, было очень, на самом деле, непросто спать. Вот эти вот особенно, они, видите, даже не изменились. Настолько я их закрутила, нижние еще более-менее. Ну, в общем, я как-то спала. Скованно стянуто всю ночь. Это очень неудобно. Вот. Ну, в общем-то, я уже хочу распустить. И скорее включила камеру. Сына, подожди. Маме надо расслабуху поймать. Потому что это жестко. И вот очень обидно, если кудри не получится. Ой, смотрите, какая она симпатичная. Ух ты. Блин. Ну, если они такие все сейчас получатся, то это реально стоило того. Ну-ка. Так, вот это какая-то сильная закрученная. Единственное, что мне не нравится в таких способах, все время кончики. Они как-то... В хламе, я бы сказала. Такие кончики в хламе. Они закрутятся как-то не так. И... Дэня! Они закрутятся как-то не так. И такие не очень хорошо это выглядит. Дэнь! Я снимаю. Чё ты шумишь? И объемчик, гляньте, видите, раз поднялся. Ну, вот здесь нет. Надо было выше сделать. Главное, чтобы верхние были на объеме. Все, сына, я твои смешные штучки, которые ты дергал мне всю ночь, распускаю. Сейчас будешь маму кудряшку дергать. Ну-ка. Вот эти самые главные. Здесь вот неплохо кончик еще. Ну, хотя тоже, видите, немножко залом небольшой есть. Вроде все просохло как следует. Но это потому, что я не на совсем такие мокрые наносила волосы. Вот тут тоже небольшой заломчик есть. Я думаю, в общем, это не будет видно. Надо распускать как следует.
Дэн, смотри, какие у мамы классные кудри. Тебе нравится? Мне кажется, я кайфовать сейчас буду. Прям чувствую. И вот этот пробор, который не мой, вот он здесь, да? Его вот так, если сделать, получается объемчик такой здесь. Хотя вот эти такие штуки я не люблю. Надо что-нибудь закалывать вот так. Ну или чуть по-другому надо было сделать. В общем, как-то делать так, чтобы был объем. Так. В общем, я полностью довольна. Мне кудри такие нравятся. Смотрите, какие они прикольные, натуральные как будто. Они аккуратные получились, что самое для меня важное. В общем, вот. Ну что, надеюсь, этот способ вам понравился тоже, моя находочка. Я, наверное, буду так еще делать, хотя у меня сейчас болит голова немножко. Но мне кажется, оно того стоит. Смотрите, сколько у меня прикольных будет фоток и видосов. А еще я люблю с такими кудрями делать всякие прически. Я люблю закалывать вот перед, например, да, один. Оп, отпустили. Потом хвост какой-нибудь красивый. Тоже с кудрями хорошо. Можно как-то там заколоть вот так, знаете. Причесон получился уже. В общем, все. Можно наслаждаться. И что я люблю? Я не наносила, как вы видели, никакие пенки, ничего. Это, конечно, зависит от волос, у кого какие, да, можно пенки нанести какие-то. Но я не наносила, потому что у меня, когда волос так еще плохо высушен, и если его завить, то он потом очень долго держится. Мне почему-то кажется, что это на многих волосах. Дай памперсы, это не игрушки. Вот. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Дэник, спасибо тебе за участие. Так, фотка для заставки. Ну все, сняла, пока я дома. Розовую резиночку заколю. Чем-то хочется их вот так собрать. Они не мешали, а то их стало как-то много. Вот так. Поберечь. Нет. Вот так, раз. Два. Три. Четыре. Вот как-то так. Блин, ну она распадется. Я не хочу сильно затягивать. Моя башка устала. Раз. Два. Два. Три. Ну ладно, пусть будет так.